Работу по борьбе с подростковой преступностью прокурор области Ибрагим Иманов назвал неэффективной. Нарушают закон чаще всего не занятые нигде молодые люди. Бороться с безработностью трудно, так как колледжи и вузы порой дают неверную информацию, уверяя, что 80% их выпускников трудоустроились. Давайте не будем друг друга обманывать. Государство платит деньги не для того, чтобы впоследствии получить социальную проблему. Почему молодые люди не хотят идти работать в аулы? Потому что стереотипы у народа, что село – это не престижно. Да и разница между аулом и городом очень большая. А нам надо войти в тридцатку развитых стран мира. Прокурор Южно-Казахстанской области раскритиковал молодежные организации. Мол, чиновники работу со студентами и школьниками ведут мало. Из государственного бюджета Южно-Казахстанской области достается денег больше, чем другим регионам. 40% выделяемых средств направляется к нам, говорит Ибрагим Иманов. Но в ходе прокурорских проверок выявляются миллионные хищения. Деньги, выделенные нашей области, разворовываются. Кто руками, а кто зубами рвет. Свой метод борьбы с подростковой преступностью предложила главный педагог Шымкента Жанат Тажиева. Она считает, что в школах необходимо установить турникеты. Есть риск, что ученик принесет на уроки оружие, как это произошло в одной из московских школ, где старшеклассник застрелил учителя полицейского. Кровавая драма разыгралась на глазах школьников. Почему-то именно весной в Шымкенте обостряется подростковая преступность. Даже в младших классах дети начинают нарушать права. Поэтому предлагаю в школах установить турникеты, чтобы не повторилась у нас та московская трагедия. Сейчас в школы беспрепятственно могут заходить посторонние лица. Это надо остановить. Между тем, областной прокурор Ибрагим Иманов напомнил Жанат Тажиевой, что с такой же целью в южноказахстанских школах устанавливали видеокамеры. Дорогое оборудование должно было помочь пресекать разного рода преступления. Однако возложенные надежды не оправдались. Помните, в прошлом году из 87-й школы похитили 6-летнюю девочку? Тогда ни одна камера не зафиксировала похитителя. Раскупили видеокамеры, надо научиться ими пользоваться. Глава областного надзорного ведомства вспомнил и свое детство. Он рассказал, что у входа в школу всегда стояли дежурные, которые проверяли у учеников все, вплоть до чистоты ногтей. Что же касается внесенных предложений, пообещал в обязательном порядке все рассмотреть.